Не, ну ты пойдешь дальше, сейчас выпьешь, пойдешь спать дальше. В Лёшку пойду, да. Я тебе предлагаю отвезти тебя в этот, на реабилитацию. Ой, на, могу и на реабилитацию, если хочешь. На пару дней. Библию почитаешь. Отца соединишься чуть-чуть. За 600 километров есть реабилитация. Если хочешь, пофигу, отвезу. Поживешь там, в другой вообще области Германии. И там ты недалеко не уйдешь. Там никого ты не знаешь. Там пацаны, церковь, каждый день служения. Библию будешь читать. А что так, Саня? Вот ты сам, ты же уже, наверное, понимаешь, что это уже, короче, вот так, да? Или нет? Ты понимаешь, что это не шутка, да? Может быть, это... Как тебе сказать... Кодирование, бля. Сань, я кодировался. Я лично кодировался. Год не пил. Потом выпил. Фигня все. Если в голове у тебя кодировки не произойдет, ты знаешь, это все бабло, да? Тебе страх внушает. Но знаешь, самый прикол в том, вот ты же говоришь, ты крест поцеловал, я тоже видел, да? Ты веришь в Бога, да? Бог хочет, чтобы ты начал новую жизнь. Пока ты можешь дышать, ты можешь восстановиться. Я тебя видел. Ты такой в рубашке, приятно выглядишь. Еще что-то хорошее скажешь. А сейчас видишь, когда сатана что делает? Он дает зависимость, глушит человека. И желательно убить. Чтобы, знаешь, в позоре туда-сюда, ты где-то не прощаешь. Но тебе не надо на это смотреть, и надо остановиться. Я так остановился. Я проснулся, у меня были такие ломки. Ну, ты сам знаешь, сколько я пил. Ой, да, по 3-4 месяца. Я еще хуже выглядел, чем ты. Но я у меня в голове, дедушка за меня молился, наверное, мама молилась. Ну, я понял, что надо останавливаться, знаешь. Глаза желтые, печень, все. Это же, ну, нафиг надо так. Что-то же попробуй в жизни что-нибудь другое, да? Это так глушит жизнь, и потом бахнет. Ну, ты сам знаешь, Гришу знаешь, Марика знаешь. Это Сергей, я не знаю, тот тоже, по-моему, пьет сильно. Я сейчас с ним не общаюсь никак. Возьми, ты же сильный все равно человек. Это вот. Марик, это художник? Да, который, по-моему, он давно здесь жил. Кто должен знать, он пил сильно. Уходил, там спал. Вот этот какой? Нет, художник как-то я встретил, да, на заправке, да. Да, может быть, художник. Но он умер, упал головой. Парнишка молодой, блин. Не, он не молодой, он в твоих годах. Просто, Саня, я тебе говорю, ты должен сейчас в себя прийти и начать новую жизнь с Богом, да? Конечно, сейчас тебе это говорить, я понимаю, у тебя сейчас и трясет, и уже и здоровье туда-сюда, да? Надо останавливаться, да? Или тогда будет конец. Знаешь, самое важное, не то, что конец здесь. Здесь у нас у всех будет конец. У меня, у всех людей будет конец на этой земле. Но что дальше, да? Что дальше после этого конца в этой жизни? Толян, я вот, знаешь, я не понимаю. Я, наверное, человек 5 спас, когда они тонули. Угу. Ну, видишь, как Бог через себя делал. Детей, блин. Еще детей, слава Богу. И вот сколько раз я пробовал, блядь, вешаться. Резаться, блядь. И не получалось. Видишь, потому что Бог хочет тебя, Он хочет, чтобы ты встал на ноги. Он не хочет, чтобы твоя жизнь была... У тебя есть мама, да, но у тебя есть сыновья, или у тебя дочка, да, по-моему, есть, или сын, да? Дочка, сын, да. Дочка, сын, видишь, ты богатый отец. Ладно, если они тебя не хотят пока мисс видеть, но ты должен идти к Богу. Если ты будешь идти к Богу, у тебя самое крутое будет, что ты начнешь. Ты один дома, да, ну познай истину, Писание, начни читать. Сейчас я тебе говорю, хочешь, встретимся, закупимся воды, что я тебя свожу там, что надо, чтобы восстановиться, кушать, чтобы было. И потихоньку ни на что не смотри. А сдаваться мы все, я уже сдавался 100 раз, и это выхода нету. Как ты говоришь, слава Богу, еще живой остался. Да, у меня реально, слава Богу. Рыгал кровью, знаешь, так же, как у тебя выглядело ведро. Все сломато, разбито, двери сломал. Всю зарплату пропивал, в милицию письмо приходило. Зачем, да? Зачем? Ты же знаешь прекрасно это. Или что ты думаешь, Сань? Вот сам, у тебя какие мысли вообще? Ты вообще сейчас, ну, сейчас какие мысли? Ну, сейчас похмелишься, легче станет, но все равно... Мысли должны же быть у тебя. Ты как-то как будто в тупике ты сейчас, да, в каком-то? Да не то, что в тупике, блин. Я сейчас, блин,
Бермудском треугольнике. Ну вот смотри, Сань, вот насчет больницы я тебе говорю. Я был на этой больнице, да, в Брамше. Пускай они тебя прокапывают там. Это я, 3 дня. Ты тоже знаешь, что больничка, да? Я там был. Был, да. Там и кормят, кофе попьешь, чай. И бах-бах-бах восстановишься. Это я тебе без проблем, хоть сегодня, когда хочешь, я тебя отвезу. Ты только скажи, когда. Тогда ты восстановишь, приготовь сумку с собой. Это ничего не стоит. Я тебя также и заберу, чтобы не переживал. Только ты в себя приди. 5 дней отсоединишься, телевизор там посмотрим, может тебе включать. Телевизор посмотришь. Прокапываю тебя, поспишь хорошо. Какой телевизор, ты будешь спать. И все, придешь свежий, как огурчик. Печень проверят тебе. Скажи только когда. Могу завтра утром, могу сегодня вечером. Только сильно, ну, старайся похмели, чтобы хорошо было, чтобы не перепил. Давай. Не хочешь ты, да, пока с нами? Пока нет. Ну а как мы тогда, ты сможешь завязать? Постараюсь. Давай я тебе помогу.